11 часов ночи, получается, балкон просто упал. Сначала было 4 удара, и он просто упал вниз. Ну, вы как вот почувствовали вот эти удары? Что это вообще было? Ну, как не почувствовать, если вот в этой комнате у меня, получается, находится телевизор. Стоял телевизор. 4 удара было, и он просто упал. Я просто боюсь, чтобы другие балконы не попадали, потому что, видите, там тоже вон трещины уже на тех балконах идут. Надо, чтобы хоть там людей не было. То данный дом на основании... Пришел управляющий компания на основании конкурса, только встал под лицензию, только в июле месяце данного года. То есть дом у нас в управлении новый. Пришел дом в неудовлетворительном состоянии, вы сами видите, какие дома. Текущие работы, которые мы успели летом сделать, это где-то за штукатуривание фасадов. Внутридомовые системы поменены где-то. То есть обращений конкретно по данным плите дома, по данной квартире не было. Так мы видим, что балкон застеклен. Каким проектом руководствовали собственники жилья, застекляя данный балкон, мы не знаем. Еще нас обвиняете в этом, что у нас балкон свалился. У нас вся стена вон промоченная. Смотрите, все разрушается. И что? Потолок что, у нас мы, вот так висит. Мы, что ли, вы понимаете, вы через 3 месяца меняетесь. К кому обращаться? Еще с таким тоном, понимаете? Каким вы тоном? Молите Бога сейчас, каким что тоном? Здесь никого не убило, понимаете? Вы же на меня кричите, я не понимаю. Вы начали сами это. Мы не кричим, мы просто говорим, да. Что... С какими-то...